Ухтинский роддом прославился в эфире федерального канала. Само родильное здание в шоу «Звезды под гипнозом» так и не показали, зато озвучили его название и расположение. Дело в том, что идея новой развлекательной программы на Первом якобы вводить в гипноз известных артистов и певцов, внушая им самые разные ситуации. Так актриса Елена Борщева оказалась якобы на больничной койке. Здравствуйте. Как ваше самочувствие? А я вообще где? В роддоме. А что за роддом? Роддом, мы находимся в Ухте. Может быть, у вас... Где? Город Ухта. Боже мой. Что я делаю в Ухте? Просто у вас, видимо, стресс. Но вы устали. Сейчас скоро ваш муж подойдет. Разыгрываемые в шоу сцены доверия хоть и не внушают, зато заставляют зрителей улыбнуться.